Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на моем канале Шмыгля Резидент. И я начинаю свое видео с вот такой теплички. Я купила вот такие три теплички. 72 в ней торфяные таблетки. И вот одну я уже посадила. 15 января я сделала первую свою посадку гвоздички. Посадила три вида гвоздички. Я подписала, не помню, вот когда я буду делать обзор, когда она взойдет, обязательно я вам скажу сорта. И еще 15 числа я посадила лучок. Вот он уже начал прорастать. Вот, смотрите, корешки уже. Вот, и зелень уже пошла. И вот такая 72 здесь торфяных таблеток. И я разделила по 24 штуки и посадила три разных вида. Семена у меня еще остались, и я еще буду садить. И мне сегодня пришла посылка еще с семенами. И я хочу сделать кратенький обзор моих семян, которые я получила. Вот такая мини-тепличка на 72 торфяные таблетки. Вот она продается в таком виде. И о посылочке. Вот сегодня я пришла с работы. Мне пришла посылочка с семенами. Семян очень много. Вот мой ресит. Здесь внутри странички. Все расписано. Все как надо. По зонам. Когда высаживать, когда садить. У нас зона номер 6. Здесь у нас все поделено на зоны. И они, ну, семена они продают круглый год. А рассаду и так растения они продают, когда сезон в зоне. В той зоне. И вот пришел такой купон. Мне покупаю на $50, они мне дают $10 скидку. Ну, на 50 и больше, но не меньше. И сейчас мы о моих семенах. Вот у меня петуния. 20 пакетиков и 20 видов по одному пакетику. Вот здесь 50 семян. 4 пакетика и один пакетик, здесь 10 семян. Я не знаю, не распечатывала, не смотрела, но, наверное, не гранулированные, но как-то они пришли, пакетики плоские, не знаю, когда распечатаю, потом расскажу. А вот здесь у меня вот 4 пакетика по 10 семян, оно в капсулках, гранулы капсулках. Вот здесь 8 пакетиков по 15 семян. И 2 пакетика 20 семян. И 1 пакетик 30 семян. И калибрахоа. 3 вида они продают. Ну, семена были только 3 видов. Остальные у них там очень много всяких видов, но они будут продавать черенками по 10 штук. Это 30 штук у меня. И вот сделаю краткий обзорчик. Вот таких семян разных. Айстра, разные 4 вида. Бенджамины. Давайте еще их называют здесь.
4-5 видов. Виола 2 вида по 35 семян. Бальзамин 75. Здесь 30 семян такое. Герань по 10 семян. Есть одна пачка 75, две пачки по 10. Татица 100 семян. И страфлауэр 750 семян. Мне смешно, не знаю, что я буду делать. Переводится, я старалась переводить и никак не могла перевести. Переводится соломенный цветок. И название его тоже высокий смешанный соломенный цветок. Диантус 25 семян, но здесь они положили две капсулки, я не знаю, или то ли по ошибке, то ли в подарок мне. И колиусы 20 семян, гигант литмикс. Далее георгины 2 вида 50 семян. И бегония, крыло дракона я перевела, его 25 семян. Вот такие семена я сегодня получила, довольно. И буду начинать садить бегонию, наверное, завтра, а может быть сегодня. Бегонию посажу. Но для петунии рановато. И гвоздичку, вот диантус. А, подожди, я диантус. Да, я поручила вот диантус еще. А, я просвет сладкая черная черешня. 25 штук. Диантус. Тоже похоже. Возможно, бегонию и вот эту. Вот этот диантус покажу. Может быть сегодня, может быть завтра утром. Ну все, дорогие друзья, на этом буду я заканчивать свое маленькое видео. Скоро я сделаю обзор по петуниям. У меня их очень много, 20 видов разных я сегодня получила. И еще вот 9 я покупала в этом году, и один вид там, какой у меня был в прошлом году, микс там такой простой, это будет 10-й, то есть получается 30 разных видов. Я расскажу название, как называются они. И айстры у меня очень много, тоже 25 видов айстры. Ну все, дорогие друзья, благословений вам в в открытии нового сезона семян. Всего вам наилучшего и мира вашим домам.